Сегодня 3 июня, и наконец даже Аркадия начинает зацветать. На Аркадии я сделал нормирование гроздями, оставил на 12 побегах оставил 12 гроздей. Я надеюсь, что грозди достаточно будут большие. Вот. У меня пока еще опыта не очень много. Но вот такого размера, допустим, гроздочки. Ну, мне кажется, она вот такая даже под килограмм будет в итоге. Вот. И, наконец, сегодня, посмотрите, зацвела Аркадия. Очень-очень классно. Она немножечко у меня как будто зажировала в том году. И почки поздно пошли. Но в итоге, вы знаете, Аркадия выровнялась, все нормально, ровные все побеги. Посмотрите, какой хороший куст получился. А вот память учителя я покажу, там в разнобой, там прямо точно зажировал и проблемные. Но вот хочу показать Каталонию. Каталония уже практически отцвелась. Вот, очень много побегов, очень мощная Каталония. Уже подверг теплице прямо. Уже прищипывать мне приходится ее. Я на каждом побеге оставил по 2 грозди, поскольку я знаю, что Каталония может и немного загорошить. Поэтому решил сначала посмотреть, как завяжется, а потом по одной грозди убрать. И также оставить на один побег одну гроздочку. Ливия у меня только-только нормально в рост пошла. Она у меня чуть-чуть хлорозила. Я, соответственно, дал ей сульфата магния и хилата железа. После этого она у меня прямо воспряла. Эти гроздочки небольшие, но тоже вот зацвела. Гроздочки совсем небольшие. Но мне главное, чтобы попробовать и посмотреть, что получится. Вот теперь память учителя. Есть очень мощные побеги. Вот. Вот, на вторую часть куста. Вот она пошла. Все-таки около 10 гроздочек завязалось. Из них 5 больших, вот такие. И тоже, вот я смотрю, память учителя зацвел. Зацвел виноградик этот. Один из самых сильных, мощных кустов у меня это Орда. Вот, посмотрите, он уже наверху. Мощные, огромные листья. Цветет уже давно. Соцветия очень большие, большие. Вот из этого соцветия вырастет гроздь минимум на килограмм. Вот. Тут помимо меня, я смотрю, дополнительно еще букашечки опыляют виноградик, так что урожаю быть. Хотел продемонстрировать, какую огромнейшую гроздь выдал Велес. Эту я гроздь уже подрезал, чтобы вы понимали, кончики везде я подрезал. Гроздь невероятно большая. Это вот у меня топинер, у меня 2 топинера, завязочки, маркер, секатор и таблички. Сейчас температура уже ровно 30 градусов. Велеса много на каждом побеге, кроме одного, точнее, этот, сколько тут, 6. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Семь оставил лоз. На 7 лозах 6 гроздей. Ну, все грозди, как водится, у Виллиса огромные. Вот вы видите гроздь. Вот это, наверное, чуть ли не самая маленькая. Но я ее тоже, кончики, я ее тоже подрезал сразу. Делал приблизительно, как в том году. Он в том году уже давал этот первую гроздочку. Вот такая она была. Но в этом году вот эта гроздочка, это самая маленькая из всех. Хочу похвастаться своей дынькой. Я ее в том году
в апреле посадил, совершенно шикарный виноград. Прет как не в себя, прямо развивается великолепно. Вот. Я вот 4 лозы здесь у меня идет. И этот, и завязалась на одной, на двух лотах по 2 грозди. Вот. Вот, посмотрите, какой прям. Вот идеально прямо для укрытия сразу с наклоном. И вот такой огромный еще уже мощный кустики. 4 подбега. Ну а вот мой ромбик. Я не знаю, говорят, на ромбике маленькие гроздочки. Но смотрите, у меня очень даже солидные идут. Посмотрим, как нальется. Вот, посмотрите, какая гроздочка огромная. Вот. Ну, на ромбике тоже дали. Сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 гроздей. Я думаю, что вытянет, проблем не будет. Это подарок не святая. Тоже неравномерно из зимы вышел, но сейчас уже набирает силы хорошо прямо. Ой, тоже зацвел. Не весь, но вот смотрите, как красиво подарок не святая цветет. Шикардос. Это у меня кустик басанти. Я так рассчитывал на эту, что он даст одну гроздь, и ничего подобного не дал. Вот, я думал, ах ты наглец. Так я ему прищепил, и вот пасынки ему боковые. Короче, будем рассчитывать на пасынковый урожай. Ну, прямо я, конечно, удивился такой наглости. Вот, представляете, тоже вот, смотрите, какой большой куст. Здесь основных побегов 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот из 6 побегов только одна гроздочка. И то пока не сказать, что она каких-то гигантских размеров. Это дубовский розовый. Короче, он, ну, халявщик еще тот. Прямо удивился, насколько он халявит. А вот это Валенсия. Виноград из зимы как-то не ахти вышел. Но, знаете, гроздочки зато дает. Вот. Хорошие такие, нормальные гроздочки. 4 штучки для пробы, посмотрим. Но если что, будем менять, если какой-то не пойдет. Еще сорт изумления. Как помните, я его не укрывал. Я его на лозе оставил, прямо на проволоке. Вот. Он тоже по 2 грозди. Это самый сильнорослый куст у меня, наверное. Но вот еще воплощение Ярда с ним. Вот 3 у меня таких монстра. Вот. Тоже, смотрите, грозди. Он уже цветет давно. Вот. Куст очень мощный. Я на нем оставил сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 побегов. Вот. Так что на изумление. Вот это куст изумления, да. Я очень даже рассчитываю. Здесь для своих друзей тульских я Бэллиант посадил, технический сорт. Вот. Ну вот воплощение. Воплощение, конечно, мощные такие подбеги дает, огромные. Тоже уже прищипнуть пришлось прямо наверху. Потому что растет она, конечно, как не в себя. Но выдала всего, как я понимаю, какие-то странные грозди. Я не знаю, что из этого вырастет. Вот. Вот одна гроздочка. И вот вообще непонятно, что это, гроздь, не гроздь. Короче, пока вот воплощение для меня самый загадочный кустик остается. Странный. Здесь у меня еще 3 Юпитера для моей родины. Вот здесь я высадил то, что из черенков выращивал. Пока этот не сильно стартует, хотя уже тепло. Это Арарат кишмиш американский. И вот Хэллоуин. Тоже пока не стартует, все сидят. Хотя там почва очень хорошая. Посмотрим, чем дальше дело закончится.
Вот. Ну а вот это у меня цимус. Два больших побега идет. Один поменьше. И ландыш. Вы знаете, здесь, конечно, в тени ожидать таких же результатов, как спереди теплицы, не приходится, но что есть, тому и радуемся. Вот такие дела, друзья, в теплице. Всем доброго утра. Всем вам желаю хорошего цветения винограда.